по небу и о чем-то помечтать. Солнце сквозь листву сияет, будет и зовет гулять. Добрый лес друзей встречает, сосны водят хоровод. Веселится, зажигает и шумит лесной народ. Медведи-соседи. Конкурс танцев дракона. Шаолинь, давай! Шаолинь, ты лучше, вперед! Давай, Шаолинь! Давай! Шаолинь, это было потрясающе! Шаолинь, ты здорово управляешься с этой оленьей головой! А? Оленьей? Это не оленья голова, идиот! Ты что, никогда не смотрел телевизор? Это гиппопотам! Дракон! Китайский дракон – это волшебное животное в китайской мифологии! Ваше невежество просто невероятно! Прости, Шаолинь, а разве у него не должно быть туловища? В городе проводится конкурс танцев дракона, и у меня есть шанс победить. Но я слишком мал, чтобы удержать туловище. Шаолинь, а может попробуем мы вдвоем? Вы двое? Да, мы с Бриаром можем помочь тебе победить в этом конкурсе. Забудьте, вы даже не знаете, что такое дракон. Я знаю о драконах, это волшебное китайское животное. Дай нам шанс, Шаолинь. А? Этого не будет. Мастер Шаолинь, если бы вы могли научить нас, мы бы быстро все усвоили. Мы же лучше, чем никто. И мы поможем победить в конкурсе. Ладно, согласен. Прежде чем перейти к сложным вещам, вы должны узнать повадки драконов. Но мы раньше никогда не видели дракона. Вы только что видели одного. Запомните, это относится к духовной сфере. Прекрати смеяться! Дай-ка я покажу тебе, как это делает дракон. У меня отлично получается. Вообще-то ты больше напоминаешь гиппопотама, у которого болит живот. Ничего подобного. Мне не достать, слишком высоко. Шаолинь, ничего не получается. Посмотрите на себя. Драконы умеют летать, а вы не можете даже прыгать. Слишком высоко. Уверен, тебе тоже не достать, верно? Да. Это было здорово, но у тебя получилось лишь потому, что я подставил тебе плечо. Как же вы об этом не подумали? Да, верно. Я не хочу, чтобы вы просто вели себя как драконы. Вы должны думать, как они. Ладно. Поднимайте. Для такого большого парня это проще простого. Бриар, ты глупец. Даже не можешь поднять реквизит. Почему бы тебе самому не попробовать? Конечно. Смотри и учись. Получилось. Что они собираются участвовать в конкурсе?
У этих ребят неплохо получается. Но если я украду их дракона, они не смогут участвовать. А я использую его, чтобы выиграть приз. Отлично, Вики! Сегодня тебе должно повезти. Ладно, хватит на сегодня. Да! Да, наконец-то! Давай пойдем и хорошенько отдохнем. Пошли! О, как им можно доверять? О, это был трудный день. Великолепно! Дракон будет моим! Да. Проклятие! Он слишком тяжелый! Давай же! Давай! Тигр! Да, но у меня же есть пистолет. Не подходи! Мой пистолет! Больно! Нет! Охотник Вик! Охотник Вик, стой! Охотник, не подходи, сейчас я преподам тебе урок! Вернись! Да! Беги так быстро, как только можешь, или тебе не поздоровится! Я думаю, Шулинь показал тебе, а? Шулинь! Эй, Шулинь, ты цел? Послушайте, ребята, боюсь, вам придется сделать это без меня. Что? Ты не пойдешь? Он настолько сильно ранен? А? Шаолинь совсем плох. Не волнуйся, Шаолинь. Мы с Бриаром выиграем для тебя этот конкурс. Я отлично себя чувствую и не поеду в больницу. Эти идиоты сводят меня с ума. Вы меня поняли? Наступил самый долгожданный момент этого года. Ежегодный конкурс танцев дракона и льва. По условиям конкурса участники должны перемещать своих львов или драконов, поднимаясь по лестнице, чтобы достать красный мяч, который лежит поверх арки. Сначала поприветствуем летающих драконов! Кажется, мы понравились публике. Жаль, что Шаолинь не смог прийти. А теперь их противник – Золотой Лев! Бриар, мы не можем дать охотнику Вику победить. Давай достанем мяч. Это нечестно. Остановите их! Летающие драконы поднимаются по лестнице. Их преследует Золотой Лев. Драконы всего в нескольких шагах от мяча. Сможет ли Лев их догнать? Что? Смотрите, летающие драконы подбираются к мячу! Это будет не так просто! Что это такое? Почему вдруг стало так скользко? Что ты делаешь? Держи равновесие! Так вам и надо! Я уже почти у цели! Золотой лев применил секретное оружие, и хвост дракона упал на землю. Брамбл, ты жив? Ага, увидимся наверху. Невероятно. Вот и все. Как вам это понравится? Я отточу тебя. Больно, прекрати. Я отучу тебя играть в грязные игры. Эй.
Нет. Не связывайся со львом, а то пожалеешь. Нет. Ты цел? Это еще не конец. Вам от меня не уйти. Какие напряженные соревнования! Лестницы сломаны. Кажется, нашим золотым драконам не повезло. Ха-ха! У меня в запасе есть еще и не такое! Ха-ха! Смотрите! Золотой лев полетел! Невероятно! Бриар, что мы будем делать? Все! Пора применить наше секретное оружие! Наши чемпионы – летающие драконы! Зовет гулять. Добрый лес друзей встречает, сосны водят хоровод. Веселится, зажигает и шумит лесной народ. Медведи-соседи. Танцевальный конкурс. Что тут происходит? Миленькая платьице. Посмотрим. Танцевальный конкурс. И приз? Вот эта корона? Правда? Она бы отлично смотрелась на моем камине. Пожалуй, пойду и посмотрю поближе. Кажется, она просто великолепна. Странно. Что он там вынюхивает? Если... Нет, не может быть. А где же медведи? Эй, ребята, угадайте, кого я только что видел. Что? Ты уверен, что это был лесоруб Вик? Да.
Я видел, как он пробрался в театр. Правда? Уверен, что он что-то замышляет. Скажи, Тантан, а где обычно устраивают шоу? Этого я не знаю. Погодите-ка, ведь сейчас проходит танцевальное шоу. Правда? Наверное, это конкурс. Я запишусь. Все должны увидеть, как грациозно я двигаюсь. Идиот! Сейчас не время для танцев. Вспомни о лесорубе. Нам надо выяснить, что он задумал. Чего же мы ждем? Вперед! За дело! Где же она? А вот и он. Тише. Посмотрим, что он замышляет. Вот она. Да, какая блестящая. Мы должны быть вместе. Ты будешь моей. О, да, ты будешь моей. Ты будешь моей. Да, 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 ты будешь моей. Вот подлец. Он собирается украсть приз, который я скоро выиграю в конкурсе. Бриар, ты должен придумать план. Верно. Бриар, ты должен придумать план. Что это было? Ты же хочешь быть только моей? Ну, конечно. Итак, лесоруб Вик здесь, а мы вот здесь. Думаю, мы можем его окружить. Тантан, ты пойдешь сюда, Брамбл, а ты пойдешь сюда. Верно. Боже, из чего же сделана эта штука? Алмазная? Да. Отлично! Ага, просто замечательно! Это подойдет. Фабиан, ты же хочешь мне помочь? Стой на страже. Ладно. Эй, что происходит? Я не вижу ваших рук. Никто не устоит перед великолепием этого шоу. А? Что это такое? Откуда этот голос? Это защитник обездоленных. Тантан. Присоединяйтесь, прослушав сообщение. Вперед, да, давай. Давай. А, да, сокруши эту крысу, Фабиан. Попался, сдавайся. Успокойся. Бриар. Давай убираться отсюда. Ладно. Вонючие медведи. Проклятье. Сигнал тревоги. Надо бежать. Моя маленькая корона. Эти твари дорого за это заплатят. Брамбл, все в порядке? Никаких проблем. Так, самое время потанцевать. Покажем глаз. Простите. Сколько народу? Не волнуйся, просто следи за Виком. Смотрите, вон там. Это наш конкурс?
Ты верно шутишь? Привет! Это лесоруб Мишка! Что? Маленький негодяй! Переоделся в женщину! Что это может значить? Он ведет себя безупречно. Уверен, он просто пытается украсть корону. Поверить не могу. Этот нахал. Меня от него тошнит. Настанет день. И что нам теперь делать? А как ты думаешь, будем танцевать, брат? Дамы и господа, добро пожаловать на шоу. Мы приветствуем нашу первую участницу, Виктория. Какое удивительное представление. Готова? Приветствуем нашу первую участницу, Виктория. Какое удивительное представление. Готова? Посмотри на очки. Мне его не победить. Эй, расслабься. Верно. Отлично! Браво! Отлично, невероятно! Замечательно! Это было здорово! Десятка! Уважаемые медведи, не могу поверить, что они меня обошли! Спасибо! Спасибо! Большое спасибо большое спасибо всем! Всем большое, всем большое спасибо! Вы прекрасные зрители! Если я не могу тебя выиграть, то я тебя украду! Я так и знал! Как будто он сможет нас победить! Да, мне надо предупредить братьев медведей. А? Это ты? На этот раз тебе не уйти. Спасибо вам всем. Даже не думай, это корона моя. Это Вик. О нет, меня поймали. Куда это ты, да, Брамбл? Шевелись! Ты отправишься прямиком за решетку. А если тебе нравится переодеваться женщиной, то и оставайся в этой одежде. Бубби это понравится. Вы мне за это заплатите. До встречи, лузер! До встречи, лузер! Три мушкетера снова спасли положение. Thank you.
помечтать. Солнце сквозь листву сияет, будет и зовет гулять. Добрый лес друзей встречает, сосны водят хоровод. Веселится, зажигает и шумит лесной народ. Медведи-соседи. Кто сидит в носилках? Заходите, у нас лучшие цены в городе. Свежие фрукты, самые свежие. Засахаренные фрукты на палочке, а? Кто-то украл палочку? Наташа! Наташа! Смотри, Наташа, я принес тебе фрукты в сахаре. Наташа, я тоже принес, и они на палочке. На рынке весело, но я не могу никуда пойти, потому что подвернула ногу. Придется сидеть дома. Я этого не вынесу. Давай же, Наташа! Мы вынесем тебя на улицу, чтобы ты повеселилась. Осторожнее, осторожно. Осторожнее. Брамбл, держи крепче. Стараюсь изо всех сил. Эй, вы двое, поторопитесь! Брамбл, на счет три. Поднимаем вместе. Ладно. Раз, два, три. Стой, 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 идиот! Нам нужно идти к двери. Хорошо. Что-то пошло не так. Господин Чанг такой щедрый. Я всего-то и делаю, что ношу его носилки, а он дает мне жилье. Отличная сделка. Сейчас я хорошенько их помою, и тогда, возможно, господин Чанг даст мне премию на праздник. Боже, Наташа очень сильно меня ударила. Знаю, она чуть не сломала мне ногу. Брамбл, мы должны придумать, как вывести Наташу на улицу, а то она умрет от скуки. Брамбл, смотри. И что? Что это такое? Давай посмотрим. Ладно. Наконец-то закончил. Господин Чанг будет доволен. Господин Чанг, это вы? Пожалуйста, подождите минутку, я приведу других ребят. Эй, парень, есть работа. Пошли скорее, господин Чанг ждет. Послушай, брат, я возьму за них спереди, а ты сзади, ладно? Пошли! Так, левее, левее! Господин Чанг в последнее время набрал вес. У меня спина разламывается. Эй, ты! Чё расслабился? Почему он стал еще тяжелее? И вы, старайся получше! Мама, что они делают? Показывают, как не надо делать. Пойдем.
Проклятие. Ты должен был обдурить охотника Вика, а не меня, идиот. Как больно. Господин Чанг! Господин Чанг! Вам там удобно? Господин Чанг, вы меня слышите? Господин Чанг! Господин Чанг! Господин Чанг! Какой знакомый голос! Не волнуйтесь, господин Чанг, я вас вытащу! Куда подевался этот большой парень? Господин Чанг, я пойду и найду инструменты! Сейчас вернусь! Давай отнесем это Наташе. Давай, точно. Значит, это были вы двое, я вас поймаю. Беги! Стойте! Вернитесь, стойте! Эй! Остановитесь! Вера! Вернитесь! Что? Сломали? Ненавижу медведей! Не понимаю, что им понадобилось в носилках? Знаю! О, смотри, там носилки, Бриар! Эй! Бриар, Бриар! Красота! Наташа, тебе нравятся новые носилки? Да, замечательно! Что это? Наташа, Наташа! Выпустите меня, выпустите! Бриар! Рабл! Бриар, сделай что-нибудь, сделай, Наташа! Помогите! Бриар! Помогите! Пожалуйста, вытащите меня! Вытащите, ребята! Это проделки охотника Вика. Брамбл, мы должны найти этого злодея. Ребята! Эй, Бриар, подожди меня! Охотник Вик? Да, господин Чанг. Послушайте, мне нужно в дом господину Ли. Конечно, господин Чанг. Сюда, господин Чанг, пожалуйста. Садитесь. Я позову ребят. Что это еще такое? Охотник Вик, в чем дело? Выпустите меня сейчас же! Носилки! Охотник Вик, выпусти меня! Ладно, я сейчас вернусь! Охотник Вик, тебе лучше вернуться! И побыстрее! Или хуже будет, охотник Вик, что ты делаешь? Я вернулся, господин Чанг, не волнуйтесь! Я вас вытащу! Простите, господин Чанг, я не хотел, чтобы так получилось! Пожалуйста, простите меня, пожалуйста! Волосатые ноги? Это не господин Чанг! Медведи? Проклятие! Они меня провели! Вонючие медведи! Помогите кто-нибудь! Тут медведи! Кто-нибудь! Поймайте медведей! Он догоняет! Господин Чанг! Мерзкие медведи, вернитесь! Скорее, скорее! Эй, смотри, куда идешь! Вернитесь, паршивые медведи! Черт побери! С дороги стойте! Беги! 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 Вернитесь! Мы чуть не попались. Вам конец! Брамбл, прыгай! Надеюсь, тебе нравится вкус древесины, Вик. Ну все,
Я вас поймаю! А, наконец-то я разделаюсь с этими вонючими медведями. Вам конец! Что это? У меня дурное предчувствие. А? Где же счастливый конец? Где же счастливый конец? Это несправедливо. А, ну в этом есть и хорошее. Я упал на соломку. Охотник Вик, ты уволен! А? Нет, господин Чанг, я все объясню. Хватит! Хватайте его, ребята! Пожалуйста, господин Чанг, позвольте мне объяснить! Сосны водят хоровод, веселится, зажигает и шумит лесной народ. Ты посмотри на мир вокруг, не страшен Вик, если рядом друг. Нас впереди ждут чудеса, и приключениям нет конца. Далекий путь вокруг земли. Медведи-соседи. Игра. Ха-ха! Сегодня у меня удачный день! Никогда еще у меня не было столько шариков! А вот этот мой любимый! Ну разве не красавец? Мне он нравится! Он полон тайны! Мои шарики! Где же мой любимый? А? Вот он! А? Охотник Вик? Ох ты, надо же, какой красивый шарик!
А тут есть и другие. Отлично. Давненько я не играл в шарики. Но они мои. Я умираю с голоду, Бриар. Я тоже. Но мы искали еду целых 3 часа. И ничего. Боже. Будь проклят этот охотник Вик. Он забрал мой любимый шарик. Как же хочется есть. У меня есть идея. Не могу дождаться пира, который приготовлен у меня дома. Пир? Пир? Эй, Луи! Эй, Луи! Эй, Луи, эй, Луи, а можно мы к тебе присоединимся? Но я так долго к нему готовился. Да ладно, да ладно. Мы тебя отблагодарим. Мы тебя отблагодарим. Ну ладно, согласен, но у меня есть одно условие. Какие проблемы? Ради пира мы сделаем все, что угодно. Да. Охотник Вик забрал мой любимый шарик. Вернете его и можете попировать со мной. Любимый шарик? Любимый шарик? Нет ничего проще. Не волнуйся ни о чем. Пошли, Брамбл. Надеюсь, они отстоят мою честь и спокойствие. Здесь его нет. Где же он? Я обыскал весь дом. Думаю, он его куда-то запрятал. Где же он может быть? Брамбл, вот они! Безусловно, это самый красивый шарик, который я когда-либо видел. Жаль, что больше никто не играет в шарики. Что? Что же делать? Что делать? Я не вижу шарик, который описывал Луи. Кто это там? Как они смеют воровать из моего дома? Это не он. Это тоже не он. Нет. Я его не вижу. Теперь не видать нам пира. Мерзкие медведи снова строят мне козни. Как вы смеете у меня воровать? Вы за это заплатите. Брамбл, не дай ему взять ружье. Мое ружье. Брамбл, давай. Поючие медведи, отдайте ружье. Верните его. Ружье, отдайте ружье. Иди возьми, если сможешь. Отдайте ружье. Отдайте, верните мое ружье. Отдайте ружье. Ну, шарик. Его любимый шарик, Луи. Отдайте ружье. Правда? Я узнал его. Дайте мне ружье. Отдайте ружье. Ружье, отдайте. Мерзкие медведи, верните ружье. Верните. Отдай шарик. Что? Отдай шарик. Вам нужно вот это? Да. Шарик на ружье. Значит, вы хотите поменять шарик на ружье? Отлично. Я верну его лишь в том случае, если вы обыграете меня в шарике. Давайте начнем. Вот правило. Начинаем, когда на земле 2 шарика. Кто загонит свой шарик вон в ту лунку, выигрывает. У каждого 3 попытки. Поняли? Это нам по плечу. Начали! Сейчас эти заносчивые медведи поймут, что к чему. Раунд 1. Мой ход. Эй, Бриар, что это делает охотник Вик? Не волнуйся, он пытается нас напугать. Замечательно, вы видели вонючие медведи? Я лучший. Теперь моя очередь. Бриар, у тебя получится. Эй!
Бриар, ты цел? Я победил в первом раунде. Теперь я начну. Я смогу. Да, ты сможешь, Бриар, давай. Вообще. Боже, я снова проиграл, это ужасно. Кажется, мы останемся без еды. Моя очередь. Это миг моей победы и славы. Что? Я промахнулся? Не повезло. Да, отлично. Да, у нас получилось. Да, получилось, да. Еще рано радоваться. Что? Я снова промахнулся? Это невозможно. Попади, давай, ну. Что это ты делаешь, Вики? Ты проиграл. Будешь знать, как связываться с настоящими мастерами. Просто я слегка расслабился. На этот раз первый ход мой. Нет! Эй, Бриар, дай-ка и мне попробовать, ладно? Нет, я не могу дать им победить. Да, у меня получилось. Невероятно. Охотник Вик, сейчас же отдай этот шарик. Сию минуту, давай. Я не могу расстаться со своим сокровищем. Этого не будет. Ладно. Берите. Что это? Бесплатный пирог? Бесплатный пирог? Где? Охотник Вик? Увидимся, лузеры! Он убегает вперед! Погоди-ка, Брамбл! Мы можем использовать эти шарики! Ладно, пошли! Вам со мной не тягаться, вонючие медведи! Охотник Вик! Сейчас же остановись! Отдай шарик, стой! Тупик! Ты сам напросился! Больше не смей нас обманывать, понял? Да! Луи! Смотри, Луи, мы вернули твой шарик! Отлично! Вот! Ты разбил его! Мой шарик разбился! Эй, Луи, так что насчет пира? Луи, я тоже уже очень голоден. Смотрите, что вы наделали. Думаете, вы заслужили пир? Да вас высечь мало. Ты же не нарочно, Луи. Прости нас. Вернись!
по небу и о чем-то помечтать. Солнце сквозь листву сияет, будет и зовет гулять. Добрый лес друзей встречает, сосны водят хоровод. Веселится, зажигает и шумит лесной народ. Медведи-соседи. Лопата Югонга. Старика, чью дорогу перегородила гора, звали Югонг. Как думаете, что он сделал? Я знаю, он полез в гору. Идиот! Как мог старик залезть на гору? Бриар прав. У Югонга появилась идея получше. Он собрал всех своих детей и внуков и попытался сбить гору с дороги. На это должна была уйти целая вечность! Это было непросто, но у Югонга была вера. И это помогло ему. День за днем Югонг и его семья продолжали копать землю. Они копали и копали. Все копали и копали. Луи! А как же история? Не перебивай его. Я хочу узнать, что стало с Югонгом. Они копали и копали. В конце концов, после долгих месяцев упорного труда, боги заметили Югонга. И что? Что случилось с горой? Расскажи нам. Боги помогли сдвинуть гору. Что? И на этом все закончилось? Ну да. Разве это не поучительная история? Ну да, очень даже поучительная, но, как я уже говорил... Смотрите, охотник Вик! Он приближается, что нам делать? Надо спрятаться. Если верить карте, это тут рядом, как раз возле горы. Да, ты слышал? Кажется, он что-то ищет. Давай разузнаем. Вот это место. Скоро я разбогатею. Эй, Бриар, чему он так радуется? Понятия не имею. Давай украдем у него карту и узнаем. А? Кто здесь? Никого? Как странно, я ничего не могу найти. Нужно свериться с картой. Проклятие! Это не то место! Наверное, это здесь! Идиот!
Эй, Бриар, что будем делать? А что нам остается? Отвлекать охотника Вика. Отстань от меня, вонючий медведь! Чтоб тебе пусто было! Вернись! Теперь она у меня. Бриар! А? Бриар! Эй, ты смог избавиться от охотника Вика? Конечно. Так, а что на карте? Кажется, охотник Вик пытается найти лопату Югонга. Что? Мы не можем позволить, чтобы к нему попал столь ценный предмет. Его надо остановить. Да. Вообще... Вонючие медведи, куда они подевались? А да и ладно, надо продолжать работу. Лопата Югонга. Если она будет моей, я разбогатею. Я буду... Эй, привет, охотник Вик, я здесь. Иди и поймай меня, если сможешь. С меня хватит, сейчас я с тобой рассчитаю. Ломайся. Да, сломалась. Моя лопата! Это проделки тех мерзких медведей. Они хотят помешать мне искать сокровища. Но я так просто не сдамся. Ау! Проклятие! Вернись! Поймай его в следующий раз. Что это такое? Выглядит знакомо. Вы мне за это заплатите, медведи! Нужно работать быстрее. С этой сломанной лопатой невозможно работать. Я живу в 21 веке, и пора обзавестись техникой. Что случилось? Кажется, он собирается взорвать холм. Что? Взорвать холм? Надо остановить этого сумасшедшего охотника. Отлично. Эй, ты видел? Огонь! Я сделаю так, что вас разорвет на кусочки.
Видишь, Бриар, я поймал. Смотрите, как кто тут у нас. Я с самого начала знал, что это ваши проделки. А теперь отдайте мою бомбу. Ни за что. Иди и возьми. Стой! Отдайте мне бомбу! Лови, Бриар! Отдайте! Лови! Нет, не надо! Возьмите назад! Ни за что! Да! Да! Лопата Югонга! Моя драгоценная! Теперь ты моя! Сегодня я выиграл джекпот! Что это? Это несправедливо! Ха-х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 а-